Я бы хотела обратиться ко всем гражданам, которые приходят к нам. Пожалуйста, не воспринимайте в штыки, когда мы вас направляем на диспансеризацию. Мы делаем это для вашего блага. Мы, как медики, прекрасно понимаем, что это необходимо для человека, что самый эффективный метод лечения в медицине – это на самом деле профилактика. И самый наименее дорогостоящий. А люди, пока ничего не болит, идти не хотят. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этим данным вам государством бесплатным методом сохранения своего здоровья и предотвращения инвалидизации и преждевременной смертности.